Для большинства из нас самые первые воспоминания прежде всего связаны с детским садом. Там кипела жизнь, появились друзья, первая, пускай детская любовь, творились постоянные шалости, которые сводили с ума и воспитателей, и родителей. 28-й детский сад, который начал свою работу на новом строении 40 лет назад, стал вторым домом для более чем 1000 малышей. Самое важное и ценное, я считаю, в нашем детском саду, это наш уникальный, опытный, творческий и надежный коллектив, где есть особый микроклимат, где нет конфликтов, жалоб, где нет каких-то ссор. И люди наши идут на работу с желанием, с радостью, с положительными эмоциями. Я желаю своему детскому саду процветания, творческих идей новых, тепла, уюта своим сотрудникам и также нашим детям, которые являются главными хозяевами этого детского сада. Готовясь к празднику, педагогический коллектив вместе с детьми подготовили потрясающий концерт, во время которого малыши и воспитатели пели, танцевали, читали стихи. Все это дети делали с удовольствием. Поздравляю наш любимый детский сад с днем рождения! Желаю много счастья, удачи и любви. 28-й детский сад считается одним из старейших в нашем городе. Сегодня здесь успешно работают 6 групп, воспитатели в которых готовят малышей к более взрослой жизни в школе. В праздничный день руководство и педагоги детского сада услышали в свой адрес много теплых слов и пожеланий, которые прежде всего заключались в процветании и дальнейшей успешной работе учреждения.